Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Остановились мы на 231 миссии, но сначала откроем сундук. Так, монеты, буря и наивный Буба. Все? Все. Кстати, нам нужно будет сундучки набить еще, как по мне. Ну что, давай смотреть, кто у нас тут. Ничего сложного не вижу. 24 уровень, 27. Ну и, ага, 28. Сейчас, подожди, прикину, все ли у меня здесь нормуль. В принципе, да, у меня же есть дедуля. Я думаю, что справимся. Хотя стрелочка показывает, что сложность зашкаливает. Посмотрим. Слушай, у меня есть кислота, у меня есть пламя, у меня есть ураган. Единственное, что у меня нету, это танка. Но у меня есть старик. Я думаю, что старик у меня здесь сыграет довольно неплохо. Так, тихо, не надо. Пора, по-моему, кислоту здесь выпускать. Ух ты. Харе. Блин, а как это-то... Твою налево, блин, это прошла. Нужно ее контрить. Мне совсем не нравится наше положение дел здесь. Я серьезно говорю, мне совсем не нравится. Так, они пошли вместе тут, якобы, да? Давай, бомби тут. Помогай нам. Слушай, ну на одном дедуле мы тут тоже с тобой далеко не уйдем. Я имею в виду именно на цветочном. Так, яд. Давай яд, наверное, с тобой сюда сбросим, и ураганчик, пускай они там где-нибудь находятся, подальше от нас. Угу. Пламя. Ну, пока вроде бы все неплохо идет. Я думаю, что победа здесь будет за нами. Ну что, мастер арены, ты готов сдаться? Конечно. У него выбора не было. Слушай, ну нам нужно с тобой что-то поменять, потому что, ну... Один цветочный дед в нашей команде, но это не вариант. Переходим на 232-ю миссию, но подожди пока. Пламя я, наверное, все-таки уберу здесь, а вместо него поставим... Можно попробовать, конечно, вот этого охламона, волосатый Андре. Можно, но я все, я вспомнил, кого нам нужно ставить. Или у нас, кстати, эта колода осталась? Так, по-моему, она... Да, мы ее переделали. Здесь у нас тоже для дальнобойных, да, против дальнобойных. Вот здесь можно, в принципе, поменять. Курица, ярость, пламя. Пламя можно заменить. Можно вот так вот сделать. Краба, я думаю, что тоже было бы неплохо поменять. А что это за толстопопка? А, ерунда. Это ерунда. Это мне не нравится. Вот можно... Блин, денег нету. Денег нету. Ну что, сюда не хватает только поставить старика, наверное, вместо краба. Что такое, я не понял. Не, давай же тогда другую команду. Кактус, мина, все дела, да? Ну, по стандарту вот это вот. Хотя стрелок здесь мне тоже, если честно, не особо нужен. Почему я, кстати, не поменял? Здесь же... Я же пламя убирал в этой команде. С какого перепуга оно опять здесь осталось? Можно вот так поставить. Стрелка, если убрать, то вместо него... А где у меня Гринч? Это же гоблин или кто он там? Так, это не эльфы, это не роботы. Гринч. Где-то здесь, вот он. Вот так. Это, по-моему, наша старая команда, которая у нас была, и которую мы, в принципе, очень даже неплохо рулили. Пока не столкнулись с довольно сильным противником. Ну что такое? Что за зависона? Эй! Так, прогрузилась наконец-то. Ну что, поехали. У него тут... Да, у него солянка. У него два эльфа. Ну, уровень, да, тут 24-й. Это у нас есть, если не ошибаюсь, арбалетчик. Плюс кактус. Лепрекон, ну и мина. Так, ну что, выпускаем деда. Плюс амурчика. Это толкатель у нас идет, да? Толкатель.
Угу. Так, секунду. О, толкай их туда обратно. На мину надо было толкнуть. А если я так сделаю? Блин, сейчас взорвется. Эх, старичок, старичок. Лепрекоша отдуплился. Я не понимаю, почему у меня погибает, когда кого-то там убивает. Что за фигня? Отражение урона, что ли, идет? Или что? Правильно, молодец, постоял, оживил. Вот с чего они умирают? Не врублюсь ни никак. Так, смотри, 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 начинает тут пробивать мне все. Готов. Ну, две магички, я думаю, тут вообще все дело сделают за нас. Готово. Видишь, почему она погибла? Не понимаю. Вот эту вот дуру, которая идет там, как ее там назвать, орк, орчиха, да? Она идет, когда мы ее убиваем определенным персонажем, этот персонаж умирает следом за ней. Почему это происходит, не пойму. Так, ну что, мы с тобой переходим на 233-ю миссию, смотрим здесь, ёк-макарёк. Блин, вот эта вот курятница меня бесит. Так, у него здесь тоже есть старичок. У него здесь второго уровня великан. Фиг её знает. Вот это вот меня больше бесит, наверное, да? Которую превращает моих героев в куриц. Вот это вот будет плохо. Ладно, старичка-то мы с тобой можем зафигачить, это однозначно. Давай попробуем. Этого рыцаря, наверное, перехватим. Смотри, смотри, что делает. Ого. А ну-ка давай так вот. Блин, опять этот старик. Ты посмотри, что делает. И что? Воу-воу-воу-воу. Блин, да ты бы лучше бы рисанул бы, ё-моё. Ну серьезно. Курятница здесь. Ну и все, тогда нам крышка здесь, ребят. Не могу ничего сделать, к сожалению. Да, цветочный дедуля вышел. И начинается, да? Разборочки. Разбор полетов. Даже если у меня сейчас яд будет, блин, нет, не получится. Ну, допустим. Да куда ж ты так разогнался-то, а? Гринч, выручай. Вот видишь, что творит он там, блин, гад, своим пламенем, а? Паршивец, блин, несчастный. Нет, 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 не выходит. Так, надо переигрывать. Переигрываем срочно. Что же делать-то? Чё же нам с тобой придумать? Давай посмотрим. Цветочный дед 7-го уровня. Я с 6-м-то еле справлялся в свое время. Под яростью. Слушай, а если мы с тобой, например, возьмем сюда ярость? Ярость, да? Вместо урагана. Вместо урагана. Видишь, он пламенем, ребята, уничтожает вот здесь вот деда. То есть нам, по идее, как бы тоже не помешало бы, но у него вот пройдоха бесявый. И вот эта вот дура, которая превращает моих персонажей в куриц. Ну и, соответственно, у него еще две легендарки здесь есть. 3-го уровня, прикинь, 3-го уровня. Как же мне тут их пробить? Как мне его тут пробить? Как мне его наказать? Вот что я думаю, сижу. Сейчас он вызовет этого старика. И он начнет тут бой. Вот он, ну он уже идет. Вот допустим, да? И он там целую армаду повызывал уже. Сейчас будет применять, наверное, пламя, да? Я не могу, смотри, ничего с ним сделать. Вот с этим стариком я ничего не могу сделать.
Ладно. Если они все издалека. Слушай, ну мне дальнобойными тоже атаками как бы не особо сильно хочется здесь бомбить, потому что это ерунда получится. Давай тогда делать абсолютно новую команду. Яд. Яд нам здесь не зайдет. Нам нужно будет с тобой брать, скорее всего, пламя. А может быть даже... Нет, стрелок не пойдет. Стрелок не пойдет. Кто-то такой, что... Блин, я не знаю. Ярость. Если, например, мы возьмем с тобой ярость плюс замедление. Замедляшка нам нужна? Не совсем уверен. Не совсем уверен. Так, дед. Цветочный дед, блин, 4 уровня. Кто может очень много наносить дамага? Очень много, ну, по идее, легендарная карта, да? Но у нее уровень маленький. Гринч. Гринч хорош на... именно на ресалках, но... Ха-ха. Успей, как говорится, еще тут рисануть. Это просто замедляет. Как-то... Блин, я не знаю. Давай попробуем вот такой командой. Я, конечно, понимаю, что это, ребята, глупо. Но у меня все равно выбора нету особо. Вот эту курятницу, надо как-то ее прижарить вместе, естественно, вот с этим дедом. Он деда вызывать будет, конечно же, быстро и долго. Посмотрим сейчас, сколько мы наносим урона. Это смех. Видишь, что творит? И вот он. Пламя на него, ребята, не действует. Если бы вот он, например, сейчас бы переманился бы на нашу сторону, да? Во. И его бы, например, превратили бы сейчас в курицу. Все было бы совсем по-другому. Да он мне проминает. Да господи, вы... Вот этого деда там... Ты посмотри... Ох, ёк-макарёк. Вот он, в принципе... И добился, да, своего? Ну да, ребята, не получится у меня, к сожалению, пока здесь ничего. Бесполезно. Стариков там наплодил. Они, естественно, перебивают всех моих юнитов. Хотя тактика была довольно неплохая. Тактика довольно была неплохая. Что ты делаешь? Я вот не могу понять. Нет времени... Так, время от времени становится... Так, после удара возвращает... вот что. Вот почему ребята погибают. Это надо до 5 уровня хотя бы прокачать ее. Упс. И не хватает. И не хватает у меня денег. Вот оно, что 50% к урону возвращает. Да, это было бы круто. Как раз против вот этих стариков, против этих дедулек. Блин, своим пламенем, конечно, очень хорошо там звезданул, да? А тут же где-то у нас есть такой персонаж, который может превращать в зомби... так, секунду, вот это, по-моему. Превращает двух героев противника в радиусе в зомби. Давай, может быть, возьмем, попробуем, посмотрим. Все равно нам терять уже с тобой нечего. Все, что могли, мы уже потеряли. И ураганчик. Или не ураганчик, лучше, наверное, ярость все-таки, да? Вот, встряли мы с тобой конкретно. Сейчас будем
выбираться из этой патовой, так сказать, ситуации. Второй уровень, конечно, плохо. Если бы она могла превращать действительно в зомби, это было бы круто. Сейчас мы проверочку с тобой такую сделаем небольшую. Блин, ну а яд у меня есть, все нормально. И... Так, спокуха, спокуха. Ну, хоть что-нибудь будете делать сегодня или нет? Сейчас своим пламенем бомбанет и все, да, ребят? Короче, что-то не получается. Ни шишарики у меня. Никак, никак не получится, ребят. Чего бы я тут не делал? Нифига. Я не могу пробить элементарно вот этих вот легендарных бойцов, которых он выпускает. Вот этого великана дебильного. И вот этот вот. Вот эта дура их еще, по-моему, хиляет, да? Иногда вылечит твоего героя. Превращает противника в курицу. И если мы, допустим, с тобой поставим сейчас тоже легендарные карты... Так, легендарные карты, у меня их тут раз-два я обчелся. Ну, например, я поставлю вот коня этого дурацкого. И сделаем... И сделаем вот так вот. Ну, к примеру, да? Пламя. Так они, опять же, они не смогут справиться с этим... Именно цветочный дед, который вот все портит мне. Цветочный дед. Вся проблема, в принципе, из-за него. И то, что он еще вот это вот применяет пламя в ненужный, так скажем, момент. Естественно, уничтожая всех моих воинов, так скажем. Видишь, вот этого дурачка он выпускает. Вот что сейчас было, ребят? Вот сейчас, вот в данный момент, что было? Трындец. Пламенем. Сразу воспользовался пламенем, понял? Да что происходит? Я не пойму, почему мои гибнут? Ну-ка, подожди, давай-ка прочитаем про него. Про него этот. Что он делает вообще? Так, после смерти захватит контроль над всеми вблизи. После... Понятно. Возвращает 50% противнику обратно. Вот в чем беда. Офигенно. Офигенно. Ну что, будем париться. Вот почему погибает у меня юнита, когда бьют его. 50% возвращает просто урона. Видишь, что делает? Сразу старика в расход пускает. Куда он побежал-то? Не канает, ребят. Не знаю, что делать.
ждать либо события, либо еще что-нибудь. Ну, я здесь не пройду. Ассасин. Ассасин здесь мне не поможет. Вот эти вот. Слушай, а давай попробуем с тобой сделать команду быстрых. Мне кажется, это, конечно, глупо. Ну а вдруг? Команда быстрых, шустрых, да? Так, кто тут еще у нас в команде должен быть из быстрых? Яд. Можно замедляшку, конечно, врубить. Молния. Яд здесь, ну, как-то вообще не в тему. Не наносит он достаточно урон. Давай, наверное, возьмем пламя все-таки с тобой. Так, дед цветочный пускай остается. Стрелок. Его, естественно, сразу пламенем уничтожат. Хотя, можно взять его для начала. Вот так вот. Естественно, он должен отреагировать и наверняка потратить свое пламя на него. Потом уже мы будем с тобой выставлять дедулек лучников. Проверим. Единственное, что, конечно, 50% урона будет возвращаться. Ты видел, что он сейчас сделал? Вот, об этом я и говорил. Да. Это не есть хорошо. Чё-то вообще как-то, ребят, нехорошо выходит у нас. Ну, да, чертовски дерьмово. Все из-за старика. Если бы кто-то был, чтобы хотя бы превращал его или как бы ему способности эти перекрывал, было бы намного лучше. Команда скоростных у нас не получилась, да? Тогда давай сделаем команду дальников, может быть. Ну, я имею в виду те, кто будет атаковать издалека. Так, это у нас лучники, да? Вот это вся команда. Маги. Ну, как-то так, наверное, должно быть. Ну что, поехали, попробуем. Конечно, фигня это все, но надо пробовать все абсолютно, ребят. Вот эта курятница еще бесевая. Че она такая сильная, ее не пробить ни шиша. Ай, зря я начинаю не с того. Сейчас же отдуплишься опять у меня. Ну, естественно, отдуплишься. А он же вызвал цветочного деда, да? Ну, конечно, вызвал. Бред. Бред какой-то получается. Не будь у него вот этого заклинания, может быть, у нас что-то еще и получалось бы. Может быть. Это не точно. Трындец, блин. Вот, меня вот это убивает просто. Вообще не варик. Вообще не вариант. Я уже не знаю, что делать. Так. Попробуем тогда с тобой вот этими картами. Эпическими. Так, это у нас скелетония, да, скелетония. Пускай он будет
Куда его воткнуть? Ну, наверное, сюда. Поехали, попробуем на скелетах. Ой, на скелетах, на эпических картах сыграть. Ну, опять же, ребята, шанс, какой шанс? Да никакого. Гринч, фигинч. У него эпиков больше, чем у меня. Ну давай, 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 что вы там? А, мы отравляем, да? Ну хорошо, хоть отравление есть, ладно. Он еще бежит, он еще и захиливает, да? Ты смотри, 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 что делает. Какого лешего, блин, тут... Да сколько ты уже этих дедулек тут, блин, навытаскивал-то, а? Не-а. Смотри, смотри, он одного за другим выпускает и все. Жестко. Что я тебе могу сказать? Давай попробуем сменить. Давай попробуем сменить персонажа, я не знаю. Хотя, мне кажется, он не сменится. А вдруг? Так, друзья мои, нам, по-моему, крупно повезло. Все-таки сменили персонажа. Но тут есть мумия, да, третьего уровня. Но это не то, что было, да? Одна легендарная карта. Слушай, давай-ка, наверное, возвращать все, кто у меня был до этого. Чего я сразу так не сделал? Что-то тупанул. Ну, я пытался, по крайней мере, да, с ними сразиться со всеми. Так. Гринч. А, у нас с тобой был яд, насколько я помню, да, и ураганчик. Так что давай выставлять обратно яд и ураганчик. Так, ну что, поехали. Так, здесь у него команда быстрых. Кстати, он яд себе не взял. Интересно, почему? Ему бы как раз под ураганчик яд бы очень хорошо зашел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу, норм. Не понял, там что, старикашка у него, что ли? Твою налево. Смотри, 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 там тоже. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Фу, вовремя ты оклемался, бро. Что происходит, блин, а? Происходит то, что нас, по-моему, тут заколбасит сейчас. Что это за крики еще? Ладно, повторить, конечно же. Так, у него 7 уровня. Может быть, нам надо было стрелка взять. Да нет, так пройдем. Что тут, 3 бегуна. Да, старика надо вот этого контрить, потому что он там издалека бомбит. Да, блин, вы достали уже, а? Ну, серьезно. Я, ты будешь? Ну, и что вы стоите, блин, лыбитесь? Вот. Что происходит, я не понимаю. Блин, да что за дела-то, я не врублюсь нифига. Давай возьмем тогда молнию, фиг с ним. Раз ураган нам не помогает, возьмем молнию. Так, магичку мы, наверное, с тобой уберем сейчас. Тогда, получается, вместо нее поставим вот так. Да эта команда в 100 раз легче, чем которая была, поверь мне, в 100 раз. Тут просто... Надо вот этих быстрых быстренько уничтожать. Да что происходит-то, блин? Да почему опять-то... Ну вот. Дед этот... Смотри, что он. Ну!
Короче, бомба эта, которая с бомбой бежит, она наносит урон офигенный. Слушай, давай так сделаем с тобой, я просто для проверочки. Я не пользовался ни разу этим забором. Ну, видимо, пришло время посмотреть, что он из себя представляет. Яд у нас будет для контролирования вот этого детка. Ну. Допустим. Этого, блин. Пипец, ты, блин. Я немножко даже в шоке. Тогда придется брать пламя. Этот забор вообще нас не выручает. Или пламя, или замедление. Ну, я возьму пламя, к примеру, да? А кто у нас против гномов хорошо действует, ты не помнишь? Вот и я не помню. Я знаю, что вот этот, по-моему, может даже очень хорошо нам зайти. Нет, ну там, видишь, вот этот вот пугань, который бежит. Вот, именно она, 22 уровня, с бомбочкой со своей. И вот этот со своим отравлением. Вот это, конечно, не есть хорошо. Сейчас проверим. Надо было вообще-то, блин, туда, на старика, блин, на этого кликать. В плане, блин. Ну, допустим. Ты посмотри, что делает, а? Бежит и взрывается. Бежит и взрывается. Не этот. Так, старик, ты меня уже достал. Ну, есть контакт, хотя бы так. Давай, давай, эту дуру. Отлично. Так, старик, ты заколебал там уже своими этими стрелами. Теперь будем мы с тобой контролировать весь этот процесс. Да-да-да-да-да, беги-беги-беги. Вызываем еще одного Рафа. Неужели, блин, получилось? Да, у нас, правда, здоровья очень мало. Так, сюда пламя. Шваркнем с тобой, на всякий случай. Да неужели? Михаил это был, оказывается. Все, мы справились с этим Михаилом. Слушай, приличное количество денег нам дали. Так что надо приумножать все дело. 234-я миссия. Смотрим на противника. Ну, здесь, я думаю, вообще легче легкого будет. И возьмем с тобой, наверное, командочку. Давай вот эту. На пробу. Ах, ёк, макарек, не увидел. Что у них здесь бегунок-то этот есть. Ладно, ничего страшного. По идее, курица вроде бы как должна с ним справляться. Вроде как должна справляться, но это не точно. Ну давай ты, блин, ну... Кому я ярость-то врубил, не могу понять. Тише, улетела. Так, окей. Это что за мелкий прыщ еще бежит тут? Серьезно? Серьезнее некуда. Экспериментатор фигов. Ладно, вернем свою старую команду. Вот эту. Ну, она-то порвет, я надеюсь, здесь всех. Поехали. Так, что у него тут?
У нас только пламя из всего из этого. Ну, есть Гринч. Гринч очень хорошо выручает. Погнали. Делаем так, вызываем сразу Рафа. Яд я, наверное, пока ставить не буду. Он ни к чему здесь. Пламя можно бомбануть, в принципе, да? Да и яд не будет здесь, наверное, лишним. Угу. Так, давай-ка теперь Гринча, пускай он тут нам ресает всех, кого мы потеряли. Чего тут за мелкая пакость бежит, я не могу понять. Что она делает? Не пойму, что-то там делает. А вот этого, да-да-да, подбили, молодцы, красавчики. Давай бабку теперь тут закалывайте. Ну или переманивайте. Бабка Шемин там улетела. Угу. Так, арбалетчика, ну это фигня. О, правильно, по своим бомби. Слушай, насколько я помню, арбалетчики очень хороши против гномов. У них как бы есть повышенная атака. Слушай, по-моему, здесь уже, судя по тому, что происходит, тут победа за нами. Да. Выиграли. Так, ну что, следующий поединок. Я сегодня все-таки дойду до 240-го, я надеюсь на это. Слушай, опять команда этих бегунов. Да-да. Опять команда бегунов. Причем бегунов здесь раз, два. Нет, раз, два, три. Три бегуна плюс хил. Не знаю, зачем он его взял. Так, стоп. Да ну. Барышня, вам пора дуплиться, по-моему. Так, эльф. Вызываем Рафа. На тебе. Окей. Тыбич. Да, Раф против этих молокососов очень хорошо, нормально работает. Чпок. Так, тут качнулся, сразу в зад получил, да? Ну и все, цветочный дед. Блин, как же я хочу прокачать тоже себе цветочного деда до какого там уровня? До 6, до 7. Чтобы он тоже мог себе отхиливать. Причем отхиливает офигеть как. Практически неуязвимым становится, да? Так, монетки, опыт, паучья попка и сторожевой глаз. 236-я миссия у нас началась. И смотри, у него что? Стрелок. В принципе, если у нас есть с тобой пламя и яд, то этот стрелок нам не страшен. Так же, как и дед-алкоголикс вот этот вот. Но у него тоже есть пламя, так что расслабляться рано. Начнем, как обычно, с цветочного деда. Так, стопы. Угу, я так и понял. Так, бабка улетела. Блин, Гринч у меня замороженный. Гринч замороженный. А чё так долго-то? Вот это плохо, там стрелок вышел. Там вышел стрелок, и мне даже ничего не сделать в него. Слушай, а Гринч что, выдерживает целый удар, получается, что ли? Кого там? Тьф, бабка улетела. Слушай, он заколебал, а? Ага. Ну давай, блин, Раф, бомби, ё-моё, поедем по всем охламонам. Старика этого, правильно, так ему и надо. А у него пламя есть? Или что там, я уже забыл? Нет, я пока применять ничего не будем. У него, оказывается, пламя было, да? Я пока тоже не буду тратить. Я подожду. А вот алкоголик вышел. Вышел и сдох сразу же. И яд, естественно, едок сюда. Пускай он будет
держать под контролем. Так, отлично. Посмотри, какую армию мы уже с тобой здесь сделали. Фух, а мы с тобой были, ребята, в таком моменте, что нас могли просто разнести в пух и прах. Нам повезло здесь. Так, опыт и Розалинда. Да, ну, кстати, не выпадала она. Так что едем дальше. Всего лишь три карточки. 237-я миссия. Ну, здесь ничего сложного нету. Здесь робот, заморозка, кузнец, любовник, да, скажем так. Ну, единственное, что вот это, я не знаю, зачем они берут ее. Я не вижу вообще в ней никакого толка, если честно. Вот именно в этой бабе. Какой от нее прикол. Каждая третья атака переманивает противника на свою сторону. Но ты попробуй еще сделать эти три атаки. Начнем с этого. Так, секунду. Опа, вот что он делает. Так, давай, дедуля. Ты будешь привораживать или нет? Ну так, тогда сделаем с тобой. Ну, что там, мне вообще не пойму, что происходит, что творится. Гринч, выходи. Это такой замызганный идет. Робот никудышный. Так, позовем еще с тобой одного Рафа. И, наверное, вот здесь вот отравление. Все. Так, ну что, арену мастер, мы с тобой сейчас запинаем. Это как пить дать. Есть. Фух. Вы, кстати, пишите, поиграй в Summoner Storm. Ребят, ну там в Summoner Storm у нас одни и те же противники все время. То есть мне приходится с ними только и драться. Никакого разнообразия. Так, я думаю, что здесь тоже никакого, в принципе, напряга не будет. Хотя уровень у всех уже, смотри, 24, 26, 25. Надо будет контролировать здесь вот эту вот пушку. Вот этот мелкий, в чем у него прикол? А вот у этого пупса, я не пойму. Так, слушай, что-то их тут дофига тут на меня поперло. Так, ага. Сейчас мы, кажется, с тобой увидим, в чем прикол. Да успокойся ты, мелкий. Давай-давай, минус кактусенок. Так, Янси, вали отсюда. Бамс. Так, она отравляет, да, получается? Окей. Давай, Гринч, еще один выходи. Плюс старикашка. Плюс цветочный дед. Бумс. Да, Рафик дает о себе знать. Офигенно он, конечно, наносит урон, но очень долгий по перезарядке. Есть. Очень долго перезаряжается, но атака у него хорошая. Так, монетки, 65 кристаллов, 20 опыта и куранок. 239 уровень. Опять никаких проблем не должно быть. Битва 19 у нас, кстати. Так, ну что, поехали. Че я могу? Могу так вот только сделать. Раз, возьмем с собой Рафаэля. Возьмем, естественно, старика. Нашего амурчика, так скажем. Сюда я поставлю яд. Вот. Плюс Гринч нам понадобится здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мэнни эту. Тихо-тихо-тихо. Вот так. Нечего тут буянить. А этот под защитой идет. Неуязвимый. Сколько-то там секунд. Слушай, бабка это танк. При хорошей прокачке она отталкивает противников вперед. Но ее надо прокачать для этого. А прокачка... Чтобы ее прокачать, нужно, во-первых, много карточек, которые фиг знает где падают. Ух, шикарно. Давай, Гринч, выходи. Так, яд. На всякий случай, да?
Угу. Ну и в принципе все. Последний удар. Готов, парень. Забираем наш сундук. Так, и получается, у нас последняя миссия остается, да? Розалинда. Ладно, давай. Как говорится, с гордостью завершим. Так, подожди секунду, у нас тут что-то есть. Что такое? 200 монет, выиграйте 5 боев на карте подряд. Окей. Так, а здесь ёк-макарёк. Кузнец, так, старик у них есть. Стрелок, блин, опять этот дед. Ну ё-моё. Опять этот дед. Как бы нам тут сделать-то лучше всего? Пламя. Блин, я не знаю, давай посмотрим вначале, попробуем, да? Ну, я знаю, что мой дед против его, конечно же, тут фигня полная. Плюс у него вот этот динозавр, дракон, который бежит, сломя голову вперед. Зря, наверное, я яд раньше времени выкинул. Хотя нет, стрелка-то он подбил. О, подбили мы с тобой, да? Так, теперь вот кузнеца бы еще завалить. Было бы вообще отлично. Да куда ты, блин? Ебарсоте. Ну вот, началось, короче. Этот заплевывает всех. Краб, ага. Нет, почему-то все равно, ребят, ерунда получается. Угу. Не то. А не то, знаешь почему? Потому что мне надо вместо, наверное, пламя. Нет, пламя мы оставим. Вместо... Что вместо-то? Вместо Рафа, наверное, нужно поставить нам... Где у нас тут? Стрелок. Стрелок, наверное, нам не нужен. Вместо Рафа поставить... Вот так. Как вариант. Че, поехали? Как только эти подойдут поближе, у нас только вариант один. Ну, откинуть их всех, потом, соответственно, травить. И надеяться на то, что мой дед Гринч, точнее, и дед и Гринч сделают все, как полагается. Поехали, сделаем так. Сразу же сделаем вот так. Не понял. Зачем ты, блин, ты пламя-то сейчас... Вот скажи мне, Мил, зачем я сейчас применил пламя-то, ё-моё. Вот здесь я сам сейчас вот чисто тупанул, ребят. Во-первых, я пламя стал применять на своего персонажа, когда он был переманенный, да, так скажем. Это раз. Второе. А что второе? Второе я уже не помню. Мне этого достаточно. Мы переманили с тобой деда, я применил пламя. Все. Минус в холостую мы его, так скажем, применили. Вот этого надо, ребята, нам брать как-то в первую очередь. Ну добить-то вы его, блин, чё? Почему ты, гадюка, плюешься куда-то вдаль? Я не могу понять, а? Вот объясни мне это. Ты посмотри, что он творит. Посмотри, что творит. Ты должен пинать кустарник. Кустарник он пинать должен. Плевать он хотел на мой кустарник. Короче, еще пару боев, если у меня не получится, нам придется с тобой. Слушай, а у него ё-моё, у него заклин... У него же заклинаний нет никаких. Чё мы тупим-то тогда с тобой, а? Скажи-ка мне на милость. Сейчас, секунду. Давай сделаем вот так. И, наверное, вот так.
заклинаний у него нету, да? Заклинаний нету, а нам нужно с тобой оставить. Оставить яд — это для того, чтобы контролировать кого? Вот этих стрелков и, естественно, деда. Поехали. Кого ты там только стреляешь, я не могу понять. Твою налево. Разменялись, так скажем, да? Нет, не канает. Не канает. Давай, знаешь, что с тобой сделаем? А если вот этим отрядом, а? Попробовать. Здесь нет у меня старика, который мог бы, ну, как сказать, переманить на свою сторону. Блин, у меня здесь и цветочного деда нету. А нафига я тогда взял эту команду, скажи-ка мне на милость. Кстати, ты видел, как мы довольно неплохо справились? Да, у него тут гадость тоже прибежала. Смотри, в принципе, есть, ребята, вариантик. Единственное, что здесь нужно подкорректировать чуть-чуть. Вот Янси здесь, наверное, нам не нужен. Мы возьмем, наверное, здесь Гринча. А вместо вот этих вот... Так, подожди, Янси нам нужен. Янси нам как раз... Хотя мы ему... Нет, Пузи не будем брать. Стрелок. И Янси, да? Ай, блин, дед Амур тогда нужен здесь. До кучи. Дед, 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 дед. Где же ты, дедуля? Так, вот дед. Вместо... Давай, наверное, вместо стрелка сделаем, что ли, или... Ту-ту-ту-ту. Давай так сделаем. Фиг с ним. Попробуем. Так, Янси, курица, яд. Янси, курица, яд. Или лучше дед, Янси. Как тут лучше сделать? Янси, курица. Плюс вот так. И дед. Да ёб красота, блин, ну. Что-то не выходит. Блин, не то. Анжелу, нет, Анжелу я брать не хочу. А если, например, сделать... Так, цветочный дед боит... А, у меня же, где мой этот цветочный дед? Почему я его сюда не взял-то? Иди вместо... Пойдешь вместо Янси, офиг ли делать. Кузнец 6-го уровня, блин, офигеть. Кузнец 6-го уровня. Опять же, ребят, ну опять же, вот смотри. Ё-моё, нафига я сюда яд ставить начал? Если у них там стрелок сразу появляется. Надо было, естественно, стрелка. Хотя я думал, что Мэнни, именно крот мой, будет бомбить туда, по дальним целям. Но нет. Он не стал этого делать. Чё там я? Так и так, да? К примеру, для начала. Так, теперь цветочный дед пошел.
И теперь нам нужно яд с тобой быстрее взять. Твою налево. Курицу, предположим, возьмем, да? То есть курица не успевает элементарно, да? Блин, вот херня вот эта вот бомбит дальше, чем мои. Ой, меняем, короче, противника. Это бесполезняк. Надеюсь, дадут что-нибудь попроще. Ну вот, куда ни шло, да? Вот с такой командой я готов драться. По крайней мере, нет никаких легендарок и тому подобное. Все, поехали. Что это за команду-то я взял? Ладно, фиг с ним. Думаю, она справится. Арена мастер, к тому же, у нас. Угу. Бегуны. Кстати, мы же, по-моему, что-то наподобие такой, ребята, уже дрались команды. Так, давай, наверное, я отсюда запустим. Окей. Замечательно. Так, вызываем. Ну куда, куда, куда? Захотел уже, да? Ну тут вообще все четенько, смотри. Чик. Такой чувак. Как его звать там? Малобюджетный Тони, по-моему, да? Все. Врача. Ну, тебе врач не поможет. О, сундук. Монеты, опыт. Так, выпадает нам Бумзи и исследовательница Янси. Так, а еще должен, да, получить сундук, по-моему? Фигушки. А нет, получаем. Так, монеты. Дымчатая попка. Дальше идет кристалл. Рабовладелец Мок. Кислотная обезьяна. И защитник Мэнни. Так, друзья мои, мы открыли новую главу. Будет доступен кактус и... Это байкер, я не знаю. О, родные пенаты, деревушка. Помнишь, да, деревушку? Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой тогда забьем еще сундуки, которые... Надо восполнить. Ох ты, ёк-макарёк, ты посмотри. 32-й, Юра, 32-й, ё-моё. Плюс этот чепушило-пират, который, по-моему, постоянно вызывает этих... Какие-то бомбы у него, да, по-моему? Да, он бомба, цыплята-бомба, и так назовем их. Я не знаю даже... Ой-ой-ой-ой-ой, зря, Рэйчик, ты так делаешь, давай. Травим этих охламонов всех. Пускай только появится, так. Ага. Сможешь забрать его, не? Да. Ты жучара, а, ты смотри. Угу. Ярость, зачем он именно там ярость эту применил? Подожди, а как он прошел-то? Стоп. Я не врусь, каким образом он умудрился пройти через мою перегородку? Здесь перегородка стояла, он просто ее прошел. Не въехал я юмора. В бой. Так, что у нас тут? Непонятно. Так, смотри, 8-го уровня, такие глаза на выкат. Слушай, оно, наверное, сейчас будет бомбашить, это не кисло. Мне так кажется. Поехали. Ага, вызвал, да? Все-таки вызвал эту охламонку. Нет, не надо. Вот, беги туда. Бомби своих, чтоб чужие боялись. Так, нам нужно будет с тобой взять магичку. Так. Рисанули. У нее тоже отражение, да, по-моему, 50%? По-моему, насколько я помню. То есть она отражает атаку. Гринч, а ты будешь хоть кого-нибудь-то тут это... Оживлять-то? Как тут этот еще паршивый? Сгинь, нечестивец. Ух, ух, разошлась эта Бумзи, или как ее там величать?
стволы разорвало. Так, давай я яд сюда сброшу. Вот так вот. Оки-доки. Так, минус кактус. Такое ощущение, что у него все бойцы с отражением урона идут. Потому что мы ничего не делаем, а погибаем, видишь? Все. Выиграли. Так, ну что, сундучок мы с тобой забираем. Один есть. Так, сразу активируем. Погнали за следующим. Ух ты. Ничего себе, 9 уровня. Оу-оу-оу. И почти ничтожный Джоу. Смотри-ка, как он стал выглядеть. Как его... А, он уже второстепенный Джоу. Вот так его увеличать. Так, и у него есть тоже дед. У него есть тоже дед. Есть стрелок. Блин, будет плохо. И есть пламя, что немаловажно. Угу. Ты видишь, что он творит? Я что-то даже среагировать, по-моему, да? Или успеем? Эй! Так, допустим. Ну, кто-нибудь уничтожит? Уничтожили, ё-моё. Молодцы, красавчики. Красавчики. Так, этого старика надо... Так. Жух. Блин, он пламенем, прикинь, он пламенем своим воспользовался. Нет. Ну и чего? Блин, переманил опять, а? Ну чепушило, я сейчас... Да чё ты... Вот так вот. Да-да-да-да-да-да-да. Готов, охламонище. Так, что нам дальше-то с тобой делать? Естественно, эльфийку вызываем. И нужно контролировать этих стариков, которые там сейчас будут выходить. Они будут выходить у него, наверное. Так, Гринч, будь добр, а? Рисани кого-нибудь у нас. О! Шикарно. Ну, в принципе, и все, да? Кто это у нас? Кзарни. Кзарни. А Гринч не хочет у нас никого тут резать почему-то, я не знаю, с чем это связано. Не спешит. Я и отсюда поставлю. Ага. Ну вот, смотри, сколько у нас там рисанулись. Офигеть, сколько этих магичек-то у нас. Идите отсюда. Правильно, руби своего. Вот и все, победа за нами. Так, уровень, ну, половину мы с тобой набили. Сундук есть. Двигаемся дальше. Ух ты, а это кто такой? Львов-убийца Ан. Это та самая с бумерангом, да? Каждая атака вернет жизнь на 25% полученного ранения. Так, интересно посмотреть на эту команду, давай. Они так преобразуются круто, когда прокачанные, да? Мне нравится, как они начинают выглядеть. Поехали. Так, нам нужен старик. О-о-о. А бабулец-то у нас такая довольно серьезная. Нормуль. Давайте там переделитесь между собой. Так, с отражением урона, насколько я помню, да? Вот эти вот охламоны все. Ох ты, она оглушает. А, вон, Мэриан-то это вышла. Все, мы ее подбили уже. Кто не успел, тот опоздал. Давай, 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 бегите вдвоем. Вот свою эльфийку эту уничтожайте там. Что это такое? А, хиляешь ты даже. Ох ты, смотри. Он врубил отхил. Что это еще? Ярость какая-то? Или что это? Блин, пора вот так вот делать нафиг. Достали уже. Яд.
Опа, опа, опа. Эльфы-то что, блин? Почему эльфы не отдуплились? Объясни мне. Я все-таки буду этих вызывать. Смотри, что творят, а? Вот, совсем другое дело. Помогайте. Еще старика позовем. И еще Гринча. Похоже, все, мы его продавили. Да, хорошо сопротивлялся. Так, опыт. Кубки. Ну что, остается один последний сундук нам получить. И, в принципе, все. Так, здесь на роботах практически все замешано. Заклинаний у него нету. Когда нет заклинаний, сразу становится спокойнее как-то на душе. Хотя мы видели с тобой такие колоды, где не нужно никаких заклинаний, просто в смятку разносят. Видишь, урона сколько наносит. Отравление. Так, роботека тут еще этот. Вот, вот, вот. Ё-моё. Давай, вот так вот. Подеритесь там между собой. Дынь-дынь, такие атаки. Так, сразу двое. Ой. Секунду. Блин, вот этого нельзя подпускать. Эй, пушкарик. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты потише там. Разбуянился, смотрю, а? Не на шутку. Давай, иди он, помогай. Так, вызываем еще с тобой одного Гринча. Не знаю, наверное, вот так вот стоит сделать. И отравление. Опять робот. На тебе. Робота подбейте, блин. Молодцы. Так, а вот это вот лишнее, мне кажется, вот этот вот охламон. Зачем он тут появился, вообще не знаю. Все, заколем мы. Да, друзья. В общем, все великолепно. Ну что, мы получили свой последний сундук. И на этом можно уже закругляться. Так, сундук причем хороший. Да? Как-то так. А я, наверное, за кадром открою пока ежедневный. Ну что, ребята, на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.